Это все благодаря тебе. Не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузой? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау приведет тебя туда. Хашки, друзья, мы продолжаем играть, это по-прежнему Far Cry 3, меня зовут Олег, и мы проходим задание, которое будет называться Медуза, просто зов Медузы. Значит, Медузку надо будет найти, о, Хашки, так что белый листик, советы по созданию вещей, новое учебное задание, давайте посмотрим. Продвигайтесь по сюжетной линии, чтобы разблокировать новые рецепты. Изготавливайте снадобья, чтобы одновременно получить дополнительные способности. Изготавливайте сумки для снаряжения и боеприпасов, чтобы носить с собой больше предметов. Ну, и это я знаю, это мне, в принципе, говорить не надо. Так, надо добраться до вышки. А вон там что-то дымит, походу, это то судно, о котором говорилось, да? Давайте посмотрим. Откройте вкладку «Прогресс» в своем путеводителе, чтобы увидеть миссии, радиовышки, аванпосты и награды. Откройте вкладку «Прогресс». Давайте посмотрим. Так, понял. Вкладка «Прогресс». Так. Рюкзак на путеводитель. Вот, что нам нужно. Аванпосты. Миссии 5 из 38, видимо, сюжетных миссий мы с вами уже прошли. Окей, давайте посмотрим, что-то еще есть интересное. Реликвии, карты памяти. Ух тышка, кокаин, да, вроде бы там написано. Хотя хер поймешь, что это за последние две буквы. Похищенный колумбийский наркоторговец начал делиться наработками своего картеля. Интересно. Ну и тут, в принципе, все довольно банально. Так, ну что, ребятушки, будем туда направляться. Сейчас посмотрим, как тут можно более грамотно это все реализовать. Ну что, давай полетели! Кавабунга, мать твою! Так, отлично. Но мне нужно на ту сторону. Фотоаппарата можно посмотреть там, да, что куда. Че почем, как говорится. Что-то не густо. Сейчас машинкой разживемся. Все будет чики-бабоны. А наш рюкзак Пола, надо найти барыгу, которому можно было бы это все... Что там за движуха-то такая активная происходит? Так, бандиты развернулись, ладненько. Погнали. Надо добраться, видимо, до какой-то деревни, и там это все добро благополучно сплавить. Так, давай, Джейсон, давай. Фары ты, видимо, зря включил, потому что уже довольно темно. Ой, светло, точнее. Так, чудесно. Просто нет слов. Так, а где у нас там деревня ближайшая? Давайте посмотрим. Что нам делать? Куда направляться? Так, в планер нам не нужен. Радиовышка. Так, где наше задание? Кто-то знает. Ага, вот. Текущее задание аж там находится. Ну что, давайте переместимся в деревню Аманаки тогда. Да, перемещаемся в это место. А там мы сможем купить себе что-то новенькое и продать наши запасы, которые есть. Это будет более логично, потому что уже на самом деле некуда это все складывать. А столько вещей хочется взять с собой, поносить. Что это такое, курочка? Какой, мать твою, ужас. Так, 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 дай бог памяти понять, где тут что сплавили. Давайте посмотрим, что у нас тут. У нас и денег уже как бы... Ого-гошечки. Так, пулеметы, карты, гранатометы... Штурмовые винтовки. Давайте посмотрим, сколько стоит она. А, ее можно просто экипировать. СТГ-90 у нас будет такая штукенция. Полторашку стоит ФАМА, F1, да? Похоже на ФАМАС. По-моему, это он есть. Так, и МС-16-1700. Акашечка. Но мне кажется, темп огня и точность... А, у Акашки, видите, урон больше чуть-чуть. Ну... Раз предлагают, можно, в принципе, было взять. Давайте еще глянем, что тут есть. Дробовики, пистолеты, пулеметы, снайперские винтовки. Что у нас в оптике? СВДшка 1100. Но я всего лишь лимит 1000. Надо будет кошелек себе сварганить новый. Нет обвеса. Хорошая штука, хорошая. Но не как основное оружие, как второстепенное, было бы просто идеально. Вот, здесь можно все это продать, да? У нас 32 трофея из 32. Давайте быстро продадим. А, нет места.
Понял. Понял вас, сударь. Штурмовые винтовки давайте возьмем. Вот эту вот экипируем. Ну, у нас только один можно носить, да, я так понял, нет? Можно два даже. Вот. Как-то прогресс проходит мимо меня. Так, чудесно. У нас теперь два автомата есть. Уже, в принципе, начало игры и есть такие возможности. Что нам пред... Штурмовая винтовка используется армией Швейцарии и экспортируется по всему миру. Разные варианты СТГ-90 состоят на вооружении Бразилии, Индии и даже Ватикане. Окей. Так, дальше что? Давайте посмотрим создание предметов. Что нам надо для кошелька? Медицинские бумажники, вот. Простой бумажник. Нужна шкура свиньи. Шкурка свиньи. Хорошо. Можно будет носить 2000 долларов с собой тогда. Так, я думаю, свинью найти вообще не вариант. Тут... Нет, не то. А по-моему, в этой деревне были кабаны. Я видел свиньи. Так. Так. Ну что, мои хорошие, где у вас тут свинки? Мне надо с одним тут потолковать. Надо найти. Где тут что? О, что там бегает? Ты не, что-то на свинью не похож. Какой-то мартышка какая-то бегает здесь. Так, чудесно. Должен быть загон со свинушками. А может, по карте нам покажут, где находится? Зверушки есть какие-то тут в радиусе? Топирчик есть, нам надо топир будет. Дикие кабаны. Знаете, нам кажется... Придется, наверное, съездить к диким кабанам, я думаю. Тут еще магазин был, я помню, где-то можно было зайти и посмотреть, что там продают интересного. Сейчас попробуем зайти, посмотреть, только я не знаю, где именно этот магазин. Наверное, вот здесь. Да, скорее всего. General Store, да. Так, что у вас есть, мадам? У этой мадам мне почему-то кажется, что карты есть, смотрите. Можно купить и узнать, где находится клад. Но стоит он так нехило, я смотрю, по полторашке, по 500 баксов. Клад Монаки, клад Бетаун, заправка Норсью. Прикольно, прикольненько. Так, тебе тоже продать нельзя, да, это все дело. Хорошо, я, по крайней мере, посмотрю, чем ты располагаешь. Так, что у тебя? То же самое, видите? Что, в принципе, и там было. Но я думаю, что там у нас трофейные пушки. Тут нету. Так, а патроны? Патроны. Брейнер, ты забыл, наверное, патроны. Так. Полный боезапас. Видите, пополнить у нас покупка. У нас все есть, поэтому ничего брать не будем. Хорошо, ребятушки, значит, ищем. Свинья! Ты где? Ага, вот. Жарится. Можно освежевать жареную свинью? Было бы очень эпично. Ладно, я так понимаю, что, видимо, придется сейчас ехать на кабанов охотиться. Задание, видимо, подождет. Ну что, давайте до транспорта себе поставим галочку. И пойдем посмотрим. Вообще, обычно тут должны быть свинушки. Если это такая деревня конкретная, где выращивают продовольствие какое-то, да, там свинушек, хозяйство, тут должны быть загоны. Вон куры есть, смотрите, курочки есть. Это понятно. А вон там свинья, наверное, да? Очень похоже... А, нет, это, видимо, курочек все-таки. Мавашки. Так, вот такие мавашки. Я лучше лишний раз бегу, посмотрю, чем будет фейл, если мы поедем туда, а там ничего не будет нужного. Так, тут, походу, ни черта нету. Ладненько, ребятки, отправляемся, чтобы время особо не терять. Давай, Джейсон, давай, надо на кабанов охотиться. Мы уже охотились. Первый себе кошелек сделали, помните, и патронтаж, по-моему. А, как раз из шкуры освежеванных кабанчиков. Так. Тык-тык-тык. Ой, я прошел зря. Тихо. Тихо. Иногда очень полезно поглядывать на радар, потому что... Ай, мать твою, полный рюкзак. Да я понял. Понял я. Ух ты, квадроцикл. Чудесно. Прости, друг, но мне кажется, он тебе больше не нужен. Привезите медикаменты на этой машине к сигнальной точке за отведенное время. Не. Не, братюнь. Черт, такой хороший квадроцикл был бы, а? Ладно. Ладно, ублюдки. Вы решили, лишили меня такой радости. Возьму-ка я эту бибику старую. Поедем, посмотрим. Так, ну что,
Джейсон, сейчас будем выбирать, куда нам ехать, где у нас кабанчики. Кабанчики. Только что были кабаны, уже нет ничего. Нормально, ёпта. Чудесный Far Cry. Ага, вот, появились. Так, ну что, нам сюда. Контрольная точка. Клад. Понеслась? Ой, дай бог памяти понять, как грамотно это все разрулить. Наверное, сюда надо. Поехали, чувак. Мы отправляемся к Медузе. Но прежде надо освежевать кабанов. Надо поехать и освежевать этих блядских кабанчиков. Самое интересное, что если вдруг кабаны сагрятся, мне придется... Ой, как не сладко, ой, как не сладко. Так, едем. Мы едем, едем, едем в далекие края. Берем с собой мы лук и больше нихуя. Так, поехали. Машина беспалевная, красная тачка стоит тогда среди зеленых джунглей. Чудесно, мать твою. Так, у меня есть лук, как его активировать? Давайте подумаем. Так, это не то. Это не то. Это что за мать твою? Ой, нет, тоже не то. Интересно, на какой кнопке у нас лук активируется? Наверное, мы его купили, но не взяли его как оружие. Я, честно, не знаю. Ладно. Значит, я себя кольнул, вон там бандиты. Uno banditos del Gracione. Давайте аккуратненько, наверное, пойдем его вырубим, ублюдка этого. Он же ничего не подозревает, да? Надо быть эпично. Надо быть потом попрокаять. Вон, свинушечки мои хорошие, мои хряки мои хорошие. Чудесно, блядь, там еще гиены агрессивные и хряки. Получат у меня посраки. Так. Хо-хо-хо, чё там тылдыч хуеплёт? Так, ты спиной стоишь у каюшки. А, смотри, как хорошо. Опачки. Смерть пришла. Привет, хуеплёт. Падай, сударь. Так, нажмите escape, чтобы нет. Я не буду нажимать escape. Потому что я иду охотиться на свинушек. Так, собаки, значит. Ну что, ребятки, будем думать, как это все грамотно сагрить. Давайте кинем, наверное, гренку им туда. Чтобы они там охуели все. Кидать гранаты, хуй его знает. Я знаю, как камешки кидать. А, Q, наверное, нет? Сейчас, ребятки, я посмотрю управление и вернусь. Средняя кнопка мышки, мои хорошие. Нажимаем. А-бара-бара-бара-бара-бара. Сейчас как ебанет. Тыщ! Мне, честно говоря, немножко жалко животных. Но что ж поделаешь, они... Ой, кто-то сагрился. Походу, мы реально сагрили там пол этой, блядь, армии, ёпт. Так, ну что, гиенка? А, вот эти ублюдки. Так. Тихо. Хряк, хряк, стой, стой, блядь. Отлично. Он мой. Что, невозможно побрать рюкзак пол, он какого... Чё, блюдки? Тебе крышка, мать твою. Ща посмотрим, блядь, кому крышка. Я себе пушечку купил, заебовую. То есть, точнее, взял ее на шарп. Ой. Ой, беда, друзья, беда. У нас тут фейлы. Ну что, давайте зашкиримся и посмотрим, как... Ох, нихрена, смотрите по радару. Там просто полный пиздец. Ах ты, мать твою, иди сюда, ублюдок. Да, тварь, падай, хуеплёт. Сейчас, броняшка вошел во вкус. Сейчас будет кураж, блять. Так, тихо. На, сука. Радар вообще охуенная штука, так. Еще один по дороге идет или едет, скорее всего, идет. А по звуку вроде бы как на мотороллере каком-то едет. Так, ладно. Тихо, вот там он. На, сука. Так. На, падла. Ой. Что это было? What's happening, да? Так, вроде бы тихо, ребятки. Вроде бы мы их как повалили. Я еще свинушку там одну завалил. Вот это эпик вообще. Ой.
Что-то какой-то звук, как будто из лука стреляли. Что, есть что? Создайте рюкзак побольше. Да я с радостью, но мне некуда класть... Ой. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо, братишка. Не кипишуй ты так. Так, ну что, мы убили, кто тут был. Давайте я попробую разобраться. Для рюкзака надо побольше выбросить. А, трофеи можно выбрасывать тогда, да? Давайте выбросим. Потому что мне надо... Шкура. Шкура нужна. Так, 32, я думаю, хватит. Где-то здесь был убитый хряк был мною. Это не ты убитый хряк? Ага, да-да-да-да-да-да, идем. Хряк, я иду к тебе! Ой, блядь. Прости, Джейсон. Прости, броняшку. Снимаем, ребятки, шкуру. Отлично. И сейчас мы будем готовить дальше. Крафтим. Да, мать твою, да, изготовь уже его. Отлично. Сколько надо? Кожа казуара. Блять. Ладно. Простой бумажник уже есть. Дальше. Дальше. Что мне надо дальше сделать? Мне нужно рюкзак. Что надо для прочного? Шкуры тапира две штуки, понял. Вот 32 трофея только влезает, к сожалению. Поэтому сейчас будем охотиться на тапиров, мать его. А что ж поделаешь-то? Да. Брейн, за что ты меня так убил? Прости, друг, но мне пришлось. У меня просто нет выбора. Я должен выжить в этих суровых джунглях и не застревать в деревьях. Так. Кто там бегает? Что там за хуета творится? Так, тапиры, значит, друзья мои хорошие, да? Тапиры, так, тапиры. Я помню, когда-то ВКонтакте член тапира у меня уже был на главной странице. Так, монаки, тапир, вот это, наверное, тапир. И поехали к тапирам. Давайте я сначала зачищу там то, что от них осталось. Может, что-то полезное, патроны там на какие-нибудь. Если вы вдруг первый раз играете, всегда смотрите на радар. Обалденно, очень грамотная штука, сделанная, реализована в этой игре. Реально очень удобно. Так, что у нас тут? Денюшек мы взяли. Сейчас, прежде чем идти на задание, я думаю, да, вполне логично будет ручные часы. Это у нас трофейчик, все. Что там такое? Ты тапир? Ты тапир, мать твою! Так, это вроде дикий кабан и свинья. Хорошо. Тут мы немножечко этих убили. Рюкзак полон. Слушайте, давайте я еще что-то выкину. Мне эти трофеи, в принципе, нафиг не сдались. За них дают копейки, на самом деле. Так, рюкзак. Трофеи. Предметы на продажу сначала. Угу. Белый лист, голубой лист, старый плюшевый мишка, блядь, $12! Я ношу с собой какого-то гребаного ты дебира. Выбрасывай, конечно, выбрасывай. Еще один плюшка. Мне дадут 12 баксов за это дело. Так, давай тоже какую-то фотографию старую тоже выбросим. Наручные часы, пятнашку дают, хорошо. Ну, это мы сейчас так изощряемся просто потому, что у меня нету нормального рюкзака, который мы еще не сделали. Сейчас освободим место и пойдем делать. Так, что это у нас? Гиены огненные, блядь? Давайте освежуем его. О, шкура собаки. Найс, у нас есть шкура собаки. Давайте глянем, что тут... Что тут было? Ой, ублюдок, там ублюдок. Так, ладно. Так, машина. Машина. А где я машину? Там еще кто-то. Там еще. Здесь агрессивные. Угу. Так, ребятки, ну что, отправляемся к тапирам тогда. Сейчас мы его аккуратненько обойдем. Папка Брейн все сделает в лучшем виде. Ограбить контейнер. Белая покерная фишка. Найс. Так, козлина, что ты там делаешь? А, машинку караулишь, ебанатик, а? Сейчас, ебанашка, я к тебе подойду. Сейчас завладею я твоим корытом ненаглядным. Таран, таран, таран-тан, тараран. Раз пошли на дело, выпить захотел. Да не пизди, гнида! На, получи по хлеборезке. Так, тащим. Так, никто ничего не видел, да, друзья? Никто ничего не видел. Тащим. Так, где там мои собаки были или кабаны? Я знаю, что эти вепри, или как их там называют, дикие кабаны, они с удовольствием
человеченкой полакомиться. Тем более на таком тропическом солнце он быстро будет разлагаться. Это вообще найсовое. Так, поехали. Топиры ждать не будут. Едем к топирам. Ой, а вот и моё корыто. А нет, это не моё корыто. Топиры. Топиры. О, вышка. Точно, вышка. Точняк. Тихо, Джейсон, беги. Беги, мать твою. Так, ребятки, пока мы здесь находимся, я думаю, целесообразно будет захватить еще и вышку. Так, мы кого-то сагрили. Сейчас, дайте быстренько сообразим, кого мы тут сагрили, что тут происходит. Так, вот наша вышка. Сейчас надо будет ее... Так, я слышу, они орут где-то, где-то агрится. Ага, вот он. Ой. Козел, смотрите, с гиеной огненной. Они нас ищут. Но мы-то хитрее, мы-то умнее. Мы сейчас быстренько тут пройдем это все. Так. Черт, что ж там случилось? Братень, тебе гиена откусила пипку, кажется. Так. Вот наша вышка. Сейчас мы ее захватим быренько по шуршику, так. Или она уже захвачена? Хуй его знает, захвачена она или нет. Я еще не настолько прохался в Half-Life, блядь. В Far Cry, чтобы тут... А, да, это ж первая наша вышка, точно. Ой, зафейлили. Ладно. Но, тем не менее, мы сагрили на них этих диких собак, по ходу дела. Видите, они там аккуратненько так. Я предлагаю... Тихо. Пойти и аккуратно вынести их. Чудесно. Сейчас. Чья броняшка все сделает по красоте душевной. Не о чем беспокоиться. Че это за хуета? Или мне послышать, что-то как-то так он сказал. Да я понял, что к медузе надо. Давайте еще снимем шкуру. Чья там на шкурке собаки? Кишки. Так, ублюдочник. Ага, вот один тут, один внизу. Один там. Побежали. Ой, тихо, мой хорош. Не гунди. Они все рассосались, смотрите, эпично, да? Сел в машину. Этот тоже. Так, топиры. Хер с ними, короче, они как-то сами рассосались, я думаю, нормально. Создать, да я понял, что полный рюкзак. Сейчас, не гунди, игрушка, сейчас мы все сделаем. Будете рюкзак и счастье, что за херь такая тут? Какой-то алтарик. 29 баксов, тут они приносят дары, видимо... Ух, там пещера, смотрите, эпик. Здесь очень много красного растения, которое нам нужно, чтобы приготовить что-то няшное. Так, пещерка, интересно. Очень интересно. Я, конечно, понимаю, что так опасно бегать. Ну, что поделаешь. Задание мы пройти всегда успеем, а вот посмотреть, что тут и как... Это надо время. Ой. Там что-то очень жестокое происходит. Я боюсь уже туда идти. Так, где мы? Куда нам надо? Ага, мы вот здесь. Нам надо будет переплыть сейчас и добраться до топира. Знаете, что мы сделаем? Давайте поплаваем, а чё бы и нет. Конечно, я знаю, что в этих водах обитают очень страшные существа, но... Тем не побед. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, Джейсон, все хорошо. Так, главное, чтобы крокодила не было. Главное, чтобы не было крокодила. Так, нет крокодила. Фу, слава богу. Слава богу, нет крокодила, потому что... Если бы он появился, нам бы тут... Ой, как не поздоровилось. Мы бы тут отгребали по полной. Так, ладно. Полдела сделано. Я так смотрю, вроде бы как у Джейсона нет выносливости, да? Давайте подлечимся. Я еще не до конца разобрался с тем, что мне надо для лечения. Давайте посмотрим. Можно лекарство? Надо зеленый... А, один зеленый лист, одно лекарство. Понял. Теперь я знаю. Так, зеленый лист. Фотоаппарат у нас не фиксирует зеленые листики, ладно. Ты кто такой? Топиры, блядь, это ж топир! Падай, хуеплет. Тихо. Где он? Топир, блядь, топиры. Так, чудесно. Я... Ага, тихо, мы сагрили ублюдков этих наверху, походу. Да. Ой.
Чудесно, чудесно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Сейчас, ребята, все по красоте сделаем. Так, вон он побежал, побежал своего друга осматривать, а мы в этот момент подкрадемся. Вот, ребятушки мои хорошие, вот как по красоте душевной все это дело. Ни хрена. Ни хренашечки. Так, топиры ждать. Не то ж топирчик был, да? Топирчик, сейчас подожди, мой хороший. Сейчас дядюшка Брейн опять помучается немножко. Из рюкзака хламинку выбросит. Наручные часики нам нахер не упали. И, о, это дорого стоит. Это тоже дорого стоит. Так, это можно выбросить. У нас есть два места, две ячейки. Я думаю, что хватит на топиры. Ну, свежую давай. Насколько я помню, это вроде бы топирчик. Да, детка, да, это топирчик. И второй где-то здесь был. Я свой быстро тоже освежу им, давай. Ну, говно, свежу его, давай. Я наконец-то смогу сделать себе рюкзак. Да, все, можно. Давайте попробуем. Угу. Шкура топира есть здесь готовить. Боже, как хорошо. Усиленный шкура динго. Это, наверное, собака динго, да, по-моему, так. Какая-то особая порода, надо будет найти тут ее. Так, ладно, по крайней мере, я спокоен теперь. Будет влезать больше всякого хлама. Я могу обыскать их сейчас. Мне не очень нравится, что надо как-то стать, знаете, с такого ракурса. Золотая цепочка. Я слышу, где-то машина еще ездит активно очень. Так, что у тебя есть? 3 бакса. Что там за агры? Тут агрится. Ах ты, мать твою, топирчик! Но мне больше топир не нужен. Пизду отсюда, мелкий. Я уже убил, сколько мне надо. Тихо, 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 тихо. А, у тебя лапка, он не агрессивен. Бегал, бегал, блядь, и умер. Охуеть, вообще можно. Ой, хуя. Че за нахуй? Пошел зад, сука. Вот это ебаный ты чернослив. Вот это я прозрел. Так, шкура крокодила, давайте освежу им. Все хоть мокасины сделаю. Ой, блядь. Как у меня теперь все болит. Я-то думаю, какого хуйца топирчик помер, а? Тут же этот есть. О-о-о-о, беда, друзья, беда. Беда, мои хорошие. Так, заметил, да? Фух, друзья, честно, надо отойти, потому что я не ожидал-то. Я знал, что есть крокодил, но я ни разу не видел, как это реализовано. Поэтому для меня это такой шок был вообще. Я, честно, под впечатлением. Игра просто бомба. Будем проходить аккуратненько, тихонечко, не спеша. Будем тут смотреть, что там такое. Там еще 2 агра. Так, ладно, погнали отсюда. Нам тут ловить больше нечего. Давайте я зашкерюсь. И посмотрю по карте, где там наше задание. Где там наше задание? Так, а чтобы носить больше оружия, нам надо еще что-то там будет найти. Ладно, найдем. Угу, надо наверх. Ставим точку. И будем отправляться наверх. Так, рюкзачок. Я буду часто пока заходить в него, смотреть, что надо. Вот, создание предмета. Мне сейчас что нужно? Чтобы носить больше пушечек разных. Невозможно изготовить... А, положите в него запасные патроны для различного огнестрельного оружия. Надо 2 шкуры кабана. А, дело в том, что мы уже видели кабанов. Мы только что оттуда. А, печалечка. Колчан для стрел. Что нам надо? Шкура козла, я понял. А, чехол для оружия. Простой чехол. И прочный. Шкура оленя. Простой чехол есть. Этот чехол позволяет одновременно носить 3 ствола. Надо олень. Значит, нам надо олень, кабан, козел и вроде бы и собака динго там еще была. Хорошо. Мы будем эту серию, я думаю, полностью охотиться. Для того, чтобы потом не было проблем с этим, где, блядь, с крокодилом. Это просто ад. Там, кстати, скутер есть, смотрите, можно. Ладно, валим. Блять, опасно, опасно, друзья. Очень опасно. Так, ладненько. Ой.
Что-то где-то взорвалось, мне показалось. А вон они, ублюдки. Да, честно говоря, глубоко насрать на них. Они что есть, что их нету. Так, ну что, давайте начнем с кабанов, наверное, да? А, кабанчики. Тут у нас закрытая... Нет, еще не закрытая. Так, кабаны. Кабаны вот здесь. Поехали. Покатаемся. Кому не хочется смотреть, можете сразу потом переключить на миссию. Следующая серия... Что, не работает? Следующую серию, я думаю, уже конкретно миссии посвятим. Угу. Все, погнали. Освежеватель, блин. Так. Тут вроде бы кабанчики были тоже, да? А, мы вернулись, смотрите, мы как-то очень быстро вернулись, я удивлен этому. Так, так. Ладно, поехали дальше. Сейчас найдем что-нибудь полезное. Так, вот зеленый цветочек. Нам надо сейчас, чтобы изготовить себе лекарство. Так, давайте я остановлюсь. Зеленый цветочек. Ты? Ты, да. Маргаритка. Маргарита. Оу. Ой. Ой, блядь. 250 килограмм целлюлита. Маргарита. У-у-у. Так, чудесно. И идем в создание предметов. Делаем себе лекарство. Чудесно. Можно даже применить сейчас. У нас здоровье на максимуме. Поэтому я буду стараться обращать. Надо запомнить все эти нужные ингредиенты, растения, которые тут понадобятся. Так, едем за кабанами. Чудесно. Пам-парам-парам-пару-пау. Кабанчики. Так, нам сюда. Ой, 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 блядь. Ну, бывает, не вписался. С кем? Ой, каких там много, блядь. А я-то думаю, что там за сходняк у них? Выпрыгивай. Давай, выпрыгивай. Так, сейчас пометим их. Где там наша помечалка? Готов. Вон еще один там, на дереве что-то забыл. Чудесно. Дальше, кто там у нас? Есть кто-то еще? Блин, все время не ту кнопку нажимаю, автоматически достаю... А там их было человек 5, по-моему. Согрелось только двое. Так, давай, обыщем его. Патрончики есть, патрон? Пакетик кокаина. Нахер мне твой кокаин? И он нафиг не упал. Так, значит, здесь обитают кабанчики. Насколько я помню, вот здесь мы взорвали собачек, взорвали, да? Так, что тут? Ничего полезного. Пошли искать тогда. Пойдем поищем. Надо будет лук забрать, наверное. Надо открыть третью ячейку, чтобы можно... Много чего надо еще сделать. Открыть ячейку. Тут агрится. Слышите, стрельба активно идет. Так. Где-то внизу, походу. Вон машина ихняя. Так. Но фотик почему-то не берет. В ракурс их. Так, ладно, мы ищем кабанов. Наша цель — это кабанчики. Мы же вроде бы правильно приехали. Да. Так, вот сюда. Так, что-то я не вижу пока здесь желающих. А, вон они где. Вот вы где, мои хорошие. Давайте поближе подберемся, чтобы наверняка уже их вальнуть. Чудесно. От меня не убежишь. Так, две свинушки готовы. Но там эти ублюдки сагрились. Ай, мать твою, ой, мать твою. Сагрились, твари. Ну что? О-о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 -
Так, вижу. Давайте подождем. Они либо подбегут, а я им, знаете, что сделаю? Я вот так сделаю. На, сука. Ёбнись. Ну, взрываться будем, не?
Отлично. Так, он сам вниз побежал, окей. Знаю, фейлово, но что ж поделаешь. На, сука. На, получи, ублюдочки. Так, еще один куда-то вниз убежал, но я думаю, он нам особо... Ой. А, гранат нету, жалко. Так, ну что, давай посмотрим, что у тебя есть. Мне бы патрончиков немножко. Например, гранату взяли, отлично. Так, вот наш хряк. Сижу им. Так. Надо его убрать, потому что это лишние глаза и уши. Нам тут... Привет. Готово. Смотрите, 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 они... Что-то друг друга валят, что ли? А, они животных, наверное. Кого вы там валите, ублюдки? Что там за экшен происходит? Так, тут чисто. Привет. До свидания, блядь. Так. Я не понял, в кого они стреляют. Возможно, они думали, что мы там, и тем самым пытались. Но это очень тупо. На самом деле, это довольно тупо. Это какой-то новый вид врагов, потому что они в бронежилетах, насколько я вижу. Так, ладно, свиньи, свиньи. Где у нас свинушка была? Вот еще одна. Живой? А, понял. Чьи-то ключи мы взяли. Видимо, от его бунгало, где он жил. Так, тебя можно освежевать? А, тебя мы освежевали. Так. И вот еще один хрюк. Хрюк. Хряк, да. Чудесно. Шкура свиньи. А нам надо шкура кабана, да? Угу, значит, это... Принципиально разные вещи. Хорошо, кабан, значит. Это свиньи. Они должны быть где-то рядышком, походу. Так, это не агрессивно. Хряки обычно агрессивно настроены, да. Олежка опять зафейлил. Хорошо. Сейчас что-нибудь придумаем. Я помню, в прошлый раз здесь были эти кабаны. Можно было нормально подойти и убить их. Ага, вон он ходит, смотрите, ублюдок. Попался, гад! О, бля! Привет. Все? Тишина и спокойствие, да? Так, что у тебя есть? Чудесно. Бля, чего только нету, слушайте, у них, серьезно. Так. Ну что, ребятки, я думаю, я найду кряка. Почему все время по-разному говорю, не знаю. Найдем сейчас кабанчика, и я тогда вернусь. Так, что у нас тут? Цаплять нам пока не надо. Мы сюда рано зашли. Был небольшой фейл. Я, оказывается, купил горелку для ремонта машин. Лук 900 баксов стоит. Лук-то мы еще возьмем. Вот. Видите, что значит не сразу разбираться все во всем, что надо. Так, тут какие-то грядочки. Мне это дело не нужно. Я продолжаю искать свиней. Так, пистолет с глушителем я уже взял. Можно почитать о нем что-то. Пистолет российского производства впервые появился в старые добрые 60-е. Окей. Окейшки. Так. Давай, доставай уже. Вот, коллиматор есть уже, чудесно. И пистолет с глушителем. Так. Скоро, надеюсь, уже светать будет. Так, эта вышка захвачена, все хорошо. Да, уже светает, чудесно. Свинки. Мы еще раз едем сейчас к свиньям туда, кабанам этим. Может быть, там что-то есть путное. Так, что тут? Аванпост. А давайте к аванпосту сгоняем. Быстрое перемещение. Посмотрим, может быть, там что-то есть полезное. Ничего, я думаю, еще пару серий я более вникну в это дело, потому что сейчас и другие проекты есть помимо Far Cry, и... Все в голове, как говорится, не удержишь. Так, чтобы получить лук бесплатно, мне написали, что надо открыть две вышки. Но мы их захватывать будем. Я думаю, этому посвятим отдельную серию. А сейчас я хотел бы поглядеть, что тут у нас есть. А, кабанчики. Кабанчики. Блять, когда вот нужны кабаны, понимаете, их нету. Хрен найдешь. Так, кабанов что-то не видно. Вот там что-то какое-то движение. Нет.
тоже нету. Самое обидное, что как бы и карта нам не показывает, в принципе, где что. Поэтому вот такие вот дела. Я думаю, надо сходить к водопою, посмотреть, что там. Что-то меня отвлекают сегодня часто. Поэтому серия у нас записана эпизодично, кусочками. Так, ну что, ребятушки, давайте смотреть, что у нас тут. Мне интересно просто, где свиньи, потому что раньше как-то находили их, а сейчас нет. Так, это у нас собаки помечены, для тех, кто, может, не понял. Так, ладно. Ух ты, что это такое, блядь? Мне показалось, что это жираф бежит, охуеть. Так, олень. Мне надо шкура оленя, очень срочно притом нужна. Вот еще олененок. Угу. Падай, блядь. Чертов олень, а. Готово. Ой. Где-то шум подняли. Хорошо, сейчас быстро освежуем его. Нам нужен олененок. Так, простой ранец для ракет. Нет, сударь, простой ранец мне не нужен. Так, что тут у нас? Там разные растения, мне оно не нужно. Мы охотимся, продолжаем охотиться. Вот что нам надо. Так, соберем оленинку. Из них там что-то можно изготовить, я видел, что-то полезное. Ой, запалили, но вроде бы уехали. Вроде бы джип не этих не бандитов, поэтому можно не париться. Так, чудесно. Шкура оленя готова. Прочный чехол можно изготовить этот предмет. Давайте посмотрим. Вот. Одновременно можно носить 3 ствола. Конечно, детка, давай. Вот, это уже другое дело. Так, патронтаж к нам. Шкура кабана. Вот, я хочу патронтаж еще сделать. Но мне не хватает, опять же, шкуры. Блять, вот это плохо. Снадобье для охоты. Они обеспечат нам успешную охоту. Можно сделать. Нет? Надо янтарный листик, понял. Мы продолжаем, друзья, искать кабана. Ну, я думаю, что сделаем перерывчик, потому что серия и так уже более 40 минут идет. И мы многое сделали, много полезного. Так, кто это там стоит? Это никто. Много было интересного, много было нового. Я для себя открыл, смотрите, сколько оленей. Но нам больше вроде бы пока не нужно. Я с вами прощаюсь, с вами был Олег Брейн, мы проходим Far Cry 3, у нас была эта серия посвящена охоте и освежевыванию трупов этих животных. Мы купили разные пушки, а в новой серии, я думаю, сделаем миссию, я таки найду кабанов, посмотрю, где они там обитают. Пока-пока, друзья.